Стимпанк – направление научной фантастики, создающее модель цивилизации, основанной на механике и технологии паровых машин. Стимпанк подразумевает альтернативный вариант общества со стилизацией под эпоху викторианской Англии. Это 1837-1901 годы. И под эпоху раннего капитализма. Акцент делается на городской пейзаж и интерьер. Обычно присутствуют элементы фэнтези. Бытовые предметы основаны на принципах механики. Механизмы сделаны из клепанного металла, медных трубок и дерева, в изобилии снабжены рычагами и приборами с аналоговыми циферблатами и стрелками. Украшение бытовых предметов нефункциональное. Внешний вид, как правило, выдерживается в стилистике викторианской Англии, но вводятся значительные элементы готики. Стимпанк-мода не имеет устойчивого набора обязательных правил, но имеет тенденцию к синтезу современных стилей с преобладанием влияния викторианской эпохи. В одежде всегда четко показывается контрастное социальное расслоение. В данном случае перед вами костюм простой служанки, пусть и зажиточного ремесленника. Он предельно прост и выдержан в серых скромных тонах. Ремесленники и наемные рабочие носят кепки, куртки-авиаторы, жилеты и тяжелые сапоги. Гоглы, очки, характерны для низших сословий. В них иногда прячут даже холодное оружие, но носят их и джентльмены. Гоглы являются символом рабочего времяпровождения персонажа. Как то полет на дирижабле, поездка на паровозе, в общем, любая деятельность, профессионально связанная с механизмами и скоростью. Также встречается и своеобразное протезирование. Утерянные якобы части тела, обычно это рука или глаз, заменяются на механические части. Обязательно в костюме портупеи. Именно там предположительно хранятся ключи, отвертки, болты, гайки и прочие необходимые ремесленникам вещи. Аристократы обычно в цилиндре, часто с тростью, в пальто, под которым фрак, брюки и рубашка с кружевами. Но все это должно быть потертым, кожано-медно-латунным, с кучей клепок и ремешков. Обязательной деталью являются часы, которые периодически необходимо вытаскивать из кармана и поглядывать на них. Знатные дамы и дамы полусвета в перчатках, корсетах и кринолинах с капором на голове, в чулках с подвязками на ногах. Элементы костюма. Корсет – это основа женского костюма. Оригинальный корсет носился под одеждой, а сверху носилось платье, которое шилось так, чтобы садиться на этот корсет. То, что оказывалось сверху, называлось корсажем. В стимпанке все названное считается корсетом. Стимпанковские корсажи отличаются от оригинала викторианской эпохи кожей, заклепками и шестеренками. Часто используется широкий кожаный пояс с ремешками поверх него. Юбка. В стимпанке может быть разной длины, в отличие от стандартного викторианского стиля, который всегда был до пола. Обязательно с оборками, зачастую с кружевом в сборках. Самые фанатичные последовательницы стиля носят турнюры.
Иногда это просто пара нижних кружевных юбок, придающих объем. Иногда особое приспособление с вставленными косточками и оборками, как в историческом белье. Турнюр – это полукринолин, который приподнимает юбку сзади и с боков. Следующий элемент – рубашка. Обычно это вольно-романтический крой с кружевами и жабо, но может быть и классической. Ботинки всегда на шнуровке. Это прямая историческая цитата из викторианской эпохи, но она дополняется пряжками и шестеренками. В стимпанке обязательно присутствие благородного и связанного с механикой безумия. Привычный вариант подобного в фестивале – это велосипед в двух его версиях. Одна – современный акробатический велосипед, другая – викторианский раритетно-музейный экземпляр.